Фамилия, имя, отчество? Гаврилычев Роман Александрович. Громко! Гаврилычев Роман Александрович. Область какая? Ленинградская. Ленинградская. Промёв Вадим Валерьевич, ВЧ 02511. Дальше. Ленинградская область. Рядовой Кравченко. Павел Тимофеевич. Год рождения? 2002. Адрес? Иркутская область, село Новочеркова. Ефрейтор Смирнов Евгений Иванович. Год рождения? 21.03.2000 года. Должность? Сапер. Адрес? Смоленская область, Демидовский район, деревня Шапы, улица Молодежная, дом 7. Лунчук Дмитрий Сергеевич, попал в плен. Я в плену, бать, на Украине в плену. Сказали, что едем на двустороннее учение с 25-й бригадой, а потом в конце ночью, 23 февраля, сказали, что мы едем на Украину пересекать границу. Приехали в Харьков. На Украину. Как оказалось, до нас тут было мирно, спокойно. Мы даже не знали с ним, что мы пойдем на войну. Полковник пришел и отдал приказ по-гражданским стрелять и по всем. Я принял решение сдаться в плен. Ребята, я к вам обращаюсь. Призываю вас сложить оружие, так как это сделал я. Мы останемся все живы и разойдемся по домам в скором времени.